Сейчас должны прозвучать слова поздравления. С чем-то надо поздравить. Я думаю, что, во-первых, надо поздравить всех с Днем памяти архиепископа Дивы Божией Михаила. Почему в этот день? Обычно вот святых их молитвы напоминают в день перехода из жизни временной в жизнь вечную. Ну вот, святой великомученик Георгий, день его кончины, 6 мая, вот в этот день, или, например, день святой великомученицы Екатерины, 7 декабря. Церковь помнит, что в этот день святая завершила свой земной путь и взошла в славу небесную, поэтому это праздник. А архангелы и ангелы, они не переходили ниоткуда никуда. Они в вечности живут, они в славе Божией живут, они от Бога не отрекались. Они сотворены, они вечны, и им благо, им хорошо. Но так получилось, что в 4 веке, в древности, церковь установила совершать память небесных сил бесплотных в 9 месяц. Это что значит 9 месяц? Новый год праздновался в марте, 1 марта, день сотворения мира. И вот 9 месяц от 1 марта, 8 день, ну сейчас 20, а 8 день по старому стилю, 8 день 9 месяца, было установлено совершать память всех небесных сил бесплотных, архистратига Божий Михаил и его соратников. Мы совершаем, продолжаем эту традицию, которая была установлена в соборе еще до Первого Вселенского собора. Лаодикии. Еще до того, как был символ веры установлен, церковь уже праздновала святых ангелов и архангелов. Мы в этот день обращаемся друг к другу и говорим такие слова. Все время забываю, какие. Подскажите, напомните. Какие слова в этот день люди, когда вдруг... Что говорят? Ангел-хранитель. С днем ангела прозвучал вариант. Ангела-хранителя прозвучал вариант. Еще я слышал, сегодня ко мне подходили, только говорили, с именинами. Ну, и тут тоже такая возникает, ну, путаница, не путаница. Мы знаем, что именины, день ангела, обычно мы называем это тот день, когда совершается память святого, имя которого нам нарекли наши родители родные или наши родители духовные, то имя, которое нам наречено во святом крещении или в монашеском постриге, день нашего небесного покровителя. А что же сегодня за день такой? Ведь сегодня... Если кого-то зовут Иваном, сегодня не день Ивана. И Дмитрия, сегодня не день Дмитрия. Дело в том, что вот человеку свойственно стремиться и стараться общаться вот с себе подобными. Но вот вы знаете, например, музыканты, им очень хорошо, легко разговаривать с музыкантами. Есть о чем поговорить. О музыке, о нотах, о композиторах, об инструментах. Прям общая тема. Но если среди них оказывается слесарь, токарь, математик, полицейский, ну, если он не учился в музыкальной школе, то уже сложно, он уже не понимает, о чем идет речь, немножко так отчуждается, отстраняется от этой беседы, потому что сложно, неинтересно. И это касается любой сферы жизни. Но если, например, нам так хорошо, интересно разговаривать друг с другом на русском языке, а когда оказываешься среди людей, которые говорят на греческом, на итальянском, на китайском, вот они говорят, так интересно, они такие новости обсуждают, а ты находишься рядом и не понимаешь, о чем это они говорят. И ты чувствуешь, что ты не из их общности, ты не их часть. Это что-то другое. И вот когда христиане начинают праздновать День ангелов, когда христиане начинают почитать святых ангелов, это знак того, что крещенный человек и ангелы имеют что-то общее, как музыкант с музыкантом, как крестьянин с крестьянином, как художник или учитель с учителем. Что-то общее есть, и действительно есть общее. Это общее называется душа человеческая. Вот чем отличается человек от ангела? Вот у нас, в каждом из нас, вот в каждом живет ангел. Душа, бесплотная душа живет в нашем теле. Вот когда Господь соединил две клеточки мамину и папину, и Он в них, им уже дарует душу.
Клеточки умножаются, а душа посреди них живет. И по сей день она живет. И она будет жить до, в нашем теле до последнего дня нашей земной жизни. Вот что раньше произойдет, не знаю. Раньше сердечко остановится или душа выйдет. Но это происходит примерно одновременно. Вот когда душа выходит из тела, то даже вот только что называли, вот этот – это человек. Там даже если больной в реанимации, это там Иван Иванович. Но как только душа из него вышла, его же не называют ни человеком, ни Иваном Ивановичем. Такого, это уже называют тело, труп. Вот душа, она родственница ангелам. Душа – это, по сути, ангел. Душа вечная, душа бесплотная, без плоти. Сердце остановилось, тело перестало жить, и душа вышла, и оказывается среди подобных ей духов. Единственное, что за время жизни души в нашем теле может происходить некое привыкание, прилипание. Если человек, живя в теле, постоянно делает зло, думает зло, делает земное и думает о земном, то его душа, она становится земной. И когда душа такого человека выходит, выходит из него и оказывается среди ангелов, слушайте, ну это так, как будто бы, если бы вы оказались среди африканских народов. Она не понимает, что происходит. Это все чужое для нее. Она думает о машинах, она думает о квартирах, о деньгах, она думает о власти, об обидах, о человеческом. Ее человек не научил думать о небесном. Человек не научил, не воспитал свою душу тому, к чему она предназначена в вечности. А если приучил, то такой душе хорошо. Она выходит и видит, что вокруг очень близкие, понятные, интересные люди, с которыми такая душа сможет провести вечность. Более того, такая душа, когда видит Господа Бога, то она видит родного, она видит того, кого искал в течение всей своей жизни такой человек. И вот в этот день мы особо должны ощутить свою близость, свою родственность ангелам Божиим. Очень хорошо, если мы при жизни стараемся вот свою душу делать похожей на ангельскую. Говорят вот, знаете, про монахов и про монахинь. Говорят, что они как, что монах – это как ангел по отношению к окружающим обычным мирским людям. Христианин должен быть ангелом по отношению к людям, которые окружают его вокруг. И сегодняшний день особый повод задуматься об этом и попросить: святые архангелы, ангелы, ну я, может, не все получается, может, не все понимаю, но помогите, пожалуйста, чтобы моя бессмертная душа была не чужой, была не подобной земле, не прилеплялась к тленам. Святые ангелы, помогите мне, чтобы моя душа была похожа на вас. Святой ангел-хранитель, каждому дар в крещении, святой ангел-хранитель, сохрани душу мою и научи, чтобы душа моя была похожа на тебя, святые ангелы. Вот вы знаете, если будем так, если будем не лениться и стараться обращать свой ум, сердце, свою душу к Господу, к Матери Божией, честнейший херувим и славнейший, без сравнения серафим, если будем обращать душу к небесным силам бесплодным, то и душа привыкнет, станет, ей станет понятен ангельский язык, ей станет понятна ангельская пища, ангельские традиции. И такой душе будет не страшно, не трудно и не грустно выходить из тела и видеть вот этот удивительный, вечный, бесплотный мир, который весь устремлен стоит перед Господом. Я хочу в этот день святой, день вашего ангела, день наших ангелов-хранителей, всех вас поздравить и пожелать, чтобы все были настоящими ангелами, и чтобы заботились о своей душе. Она в этом очень нуждается. Как тело надо покормить, помыть, где-то как-то поупражнять, утрудить, к чему-то приучить тело наше. Вот душа точно так же, то же самое, она требует этого. Давайте не забывать, чтобы ангел нашей души действительно был ангелом, а не этой барабашкой. Или как там мультфильм-то это был? Дымовой. Дымовым, теловым. Чтобы
действительно внутри жил чистый, добрый Божий ангел. Чего я хочу в этот день пожелать, еще раз удивиться, душой возрадоваться, восхититься о том чуде, которое сегодня здесь видим, о удивительном храме Божьем. Вот видя все это, задумаешься вот о том, что когда вот просто у меня перед глазами стоит разрушенный архангельский храм Новой Патмы. Эти перекопанные полы, перемешанные с, то ли с удобрениями, то ли с ядохимикатами. И батюшка, который с тачкой ходит, бедный, и вытаскивает, вывозит тачку за тачкой, лопату за лопатой из храма, пытаясь его очистить. Как похож такой храм на душу человека, живущего в грехах. Ядохимикаты, холодно, пусто. И огромный труд необходим для того, чтобы этот вот храм нашей души, чтобы он стал подобным тому, что мы сегодня видим здесь. И то, что дай Бог здоровья Игорю Алексеевичу Алтушкину, его ангелу, хранителю, вдохновителю, Татьяне Анатольевне, благочестивой доброй супруге, тем людям, которые являются их сотрудниками, соратниками, помощниками, содетелями. Хочется особые слова благодарности сказать матушке игумене Доминике и батюшке архимандриту Аврааму, которые и духовно много доброго сделали и делают для людей нас окружающих и для Игоря Алексеевича, вдохновляет его на добродетельное житие. И этим самым вдохновили на вот такое дело, как восстановление и благоукрашение храма. Хочется сказать особые слова благодарности сестрам Новотихвинской обители, которые стараются свою душу сделать ангельской. Ангельская душа, она стремится вокруг себя ангельское пространство создавать. И обитель их, и здесь много того, что по образу, по подобию душ новотихвинских сестер. Хочется поблагодарить сегодня и зиждителя, строителя Алексея, руководителя компании А1. Сколько здесь трудов положено, только один Господь Бог и Алексей знает. Илью, Богомаза, иконописца, Божьего человека, который со своими помощниками вот все сие воплотил. Хочу всех вас поблагодарить и пожелать, чтобы руины наших душ постепенно становились вот такими, такой красотой, как здесь мы перед собой сегодня видим.